Идея создания проекта «Наше наследие» родилась давно. В воплощении ее в жизнь заслуга авторов, сумевших подойти к делу творчески и с учетом интересов молодежи. Проект подразумевает проведение цикла встреч с талантливыми и известными людьми Бреста, а также авторских выставок работ воспитанников многопрофильного центра детей и молодежи. Анонс мероприятий был озвучен на презентации. Так, среди предстоящих встреч – общение с кандидатом исторических наук, преподавателем Брестского государственного университета имени Пушкина. Темой беседы станет «Брест сквозь века». Ежегодно каждому новому учебному году составляется план работы учреждения, и, естественно, при обсуждении плана работы мы пришли к выводу, что необходимо провести такой проект. Более 1200 детей и подростков сегодня обучаются в многопрофильном центре детей и молодежи города Бреста. Это ребята от 7 до 18 лет. Спектр их увлечений широк. Учреждение предлагает занятия по 30 направлениям, среди которых творчество, спорт и гуманитарные науки. Воспитанники многопрофильного центра смогут проявить свои способности в рамках проекта «Наше наследие». Анастасия Ковалевич не упустила такой возможности. Девочка представила вниманию гостей авторскую выставку изделий собственноручного изготовления. Шьем, плетем из бисера, делаем поделки из кофе, ну и многое другое. Мне нравится, меня это вдохновляет. Возможно, и выставка работ воспитанницы многопрофильного центра вдохновит ее сверстников на презентацию своего творчества. Организаторы проекта непременно пойдут навстречу. Инициатива в данном случае только приветствуется.